Всем добрый день. Сегодня у нас опять очередная распаковка. На этот раз пришел пакетик. Вернее, не пакетик, а вот такая вот коробочка для того, чтобы использовать ее в виде подсветки. А более конкретно пришла к нам RGB подсветка, но не простая подсветка. Можно выбрать из трех вариантов. Это вот первый вариант, чистая RGB подсветка. Второй вариант — это непосредственно RGB подсветка с холодным белым цветом. И в моем варианте, это третий, выбран была RGB подсветка с теплым белым цветом. У нас уже на канале была одна подсветочка LED, которую мы разместили под шкафчиками для освещения поверхности стола, чтобы на нем можно было работать. А эта подсветочка уже пойдет в другое место. Это вы решаете уже сами. Я для себя решил, тут будет компьютерный стол и будет подсветка непосредственно этого компьютерного стола. Можно разместить в любом вариантах, либо на подвесной потолок, если у вас есть таковой. Дальше различные шкафы подсветить, кровати, чтобы был эффект парения. И также можно разместить в виде подсветки на плинтусах, если вы хотите, чтобы у вас подсвечивал вид плинт как нижний, так и верхний, для того чтобы все у вас красиво было. Что из себя представляет упаковочка? Пришло вот таким вариантом, видно, чья служба вставляла непосредственно до места жительства. Правда, здесь еще один момент: вставлялась не из Китая, а с московского склада пришла данная посылка. Все достаточно быстро, причем здесь была даже акция: если в течение 15 дней не придет, то вы оставляете посылку и вам возвращается полная стоимость. Дошло где-то за 13 дней благодаря этой службе. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет коробка? Обычно доставочная коробка. Обмотана скотчем. Давайте вскрывать. Смотрим, что находится внутри. Как видим, внутри у нас находится адаптер питания. Здесь он на 12 вольт, 3 ампера. Длина кабеля где-то около метра. Вот такой адаптер питания, европейская вилка. Единственное, народ говорит в описании то, что со временем он начинает гудеть. Все возможно, но в случае чего можно заменить тем блоком питания, который тоже есть у меня на канале. Он достаточно хорошо выполнен и сделан. Вот такой вот блок питания. Не около метра, а где-то сантиметров 80. Дальше здесь пришел контроллер Wi-Fi на 2,4 ГГц и непосредственно пульт. Внутри находится небольшая инструкция. Причем все на английском языке. Можно посмотреть и увидеть. Дальше пришел кабель для подключения непосредственно ленты светодиодной. Так, дальше сам контроллер Wi-Fi для подключения. И здесь вот подключается следующим образом. Да, тут один момент. Тут написано зеленый, красный. А вот на этом кабеле они перепутаны. То есть вставляете именно так, как на этом кабеле. То есть в зеленый, красный, а красный, зеленый. Именно так, как здесь вот расположено. Причем у этого контроллера есть двусторонний скотч, чтобы прилепить куда-нибудь на стенку. Кстати, сейчас вот у них единственное в Китае уже нет таких вариантов, что нужно закручивать, и блок питания он чуть поменьше для того, чтобы подключить непосредственно ленту. Но доставка только из Китая. Из России с доставкой вот с таким блоком. Если бы я раньше увидел, в момент, когда я покупал, продавались только вот такие вот блоки. Ну, по сути, можно и отдельно купить. Там ничего сложного нету. В том магазине, в котором я купил данный вариант блоков новых, продается. И там обновили он немножко пульт. И непосредственно в коробке находится пультик. Он белого цвета. Сразу же хочу сказать, внутри батареек нету. Здесь используются батарейки типа 3А. Сейчас мы здесь все подключим и посмотрим, как он будет работать. Давайте оторвем ленту при вас. Вот такой вот пульт. Здесь яркость свечения. Дальше здесь скорость беговой дорожки освещения. И здесь непосредственно различные программы для того, чтобы устанавливать их в том или ином варианте. И непосредственно кольцо освещения. Различные градиенты цвета радуги. Включение-отключение.
И еще зажим — это согласованность непосредственно с лентой, вернее не с лентой, а с контроллером Wi-Fi. Вот такой пультик. И внутри находится лента. Лента тоже можно в различных вариантах купить. Я купил в варианте непосредственно с водозащищенностью. Здесь вот есть силиконовый слой. Вот светодиод теплого цвета и светодиод RGB. Длина ленты 5 метров в Российской Федерации можно купить. Но по идее отдельно эти ленты продаются и состыковываются между собой таким способом, для того, чтобы непосредственно все это осуществить. И если вам не хватает 5 метров, взять больший вариант. Кстати, здесь вот есть вот коннекторы, по которым можно разрезать, либо спаивать, но лучше купить коннекторы там прямые, угловые, в зависимости от того, как вы хотите прокладывать эту ленту. Потому что здесь вот есть скотчик двухсторонний, но ввиду того, что скотчик он достаточно хлипкий, а сама конструкция достаточно тяжелая, либо нужно будет это все укладывать в специальные профили для светодиодного освещения. Либо когда приклеиваете, вам необходимо еще, наверное, проклеить с внешней стороны скотчем, чтобы держалось все достаточно надежно и хорошо. Мы сейчас произведем некоторые действия, а именно подключим непосредственно эту светодиодную ленту к сети питания. Для этого мы сейчас установим этот проводок. Ну а дальше, и кстати, подключим еще непосредственно пульт, две батарейки типа 3А. И посмотрим, как это все дело работает непосредственно с этим пультом. Посмотрим, какие программы, как освещение происходит и так далее. Давайте подключать.
Итак, как видим, все у нас прекрасно работает, LED-подсветка светится, работают различные режимы. Кому это нужно для каких-то целей, чтобы осветить те или иные поверхности, могут сделать свой осознанный выбор для приобретения данного комплекта, в зависимости от того, сколько вам метров нужно, от 5 до бесконечности. И учитывайте то, что со временем все-таки непосредственно адаптер питания, он начинает немножко гудеть, поэтому еще придется купить, наверное, хороший адаптер питания. Я свой осознанный выбор сделал, продемонстрировал вам возможности данной RGB подсветки с белым теплым цветом. Все отлично у нас работает. Спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.